Всем доброго утра, друзья. Вышли с Вытни погулять. На улице минус 15, говорят. Чувствуется это дело. Но нормально, хоть сухо. Вот, поэтому не пейте, дорогие друзья. И на выходных занимайтесь своими делами и семьей. А мы тут встретили целую компанию друзей с Вытнеси. Вот такая тусовка у нас тут. Вот это, кстати, самая милая собака района. Вот прошу заметить. Русский спаниель Джессика. Вот она всех любит, ко всем подходит, всех провожает на работу. У кого котлеты есть в пакете. Джесси. Друзья, морозик конкретный, могу сказать. Будьте аккуратны на дорогах, смотрите под ноги, потому что поскользнутся все дела. Бабушки, дедушки, девушки, мальчики, женщины, мужчины, будьте аккуратнее. Кто ножки у папы вытаскивает из штанишек постоянно? Папа не любит, когда ножки из штанишек вытаскиваются. Не любит папочка твой. Вот такой вот я маме ужин приготовил. Вот такое, грибочки. Картошечка, бомба вообще получилась, с огурчиками.